Здравствуйте, друзья! Это Анапа, 10 февраля 2019 года. И вот у нас в Анапе в нескольких точках города можно покупать молоко прямо из-под коровки. И вот молоко вчерашней вечерней дойки сейчас вот мы вам покажем. Вот. И я даже одну баночку возьму. Мне человек добрый предложил. Человек переехал жить в село и вот завел пару коровочек. И каждый день он имеет столько молока, детишки кормятся. Это здоровье, это лекарство. Это не то, что магазинное, соевое, которое едят все. Да, это настоящая коровка, здоровая совершенно. Одна и вторая. Да. Это и сметана, и творог, и сыворотка, и масло. Вот. А излишки вот распространяются даже. Короче говоря, переезжайте в деревни. И живите своим хозяйством. Да, не в коробках каких-то, а корова – это ходячая фабрика. Вот. Которая сама ест травку, ее не надо особенно за ней. Можно даже с козочки. Не-не-не-не, ты травоядная. Конечно, травоядная. Травушка-муравушка зелененькая. Все, берем молочко. А вот цену можно назвать? 50 рублей литр. 50 рублей литр. Ну, такое молоко, оно того стоит, друзья. Кому понравился этот репортаж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и здоровья вам! Ну, вот взял молочко, выбрал, где побольше сливок. Вот, поэтому сейчас иду, и будет у нас и кашка, и малашка, и простоквашка.